Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добро пожаловать. Да, спасибо большое. На этот раз, да, на этот раз вы к нам. Мы к вам. Да. Да. Спасибо, что нашли время в вашем графике. Мы я же обещал, что найдем время, поэтому нашел. Спасибо, с удовольствием пообщаемся. Да. Мы давно не общались с вами, так что... Ну, вообще, мы много раз участвовали в программе «Прилюдно». И... Два или три раза? Ну, или больше? Побольше, побольше, да. Уже столько событий. Ну, в роли президента первый раз. Так что я в вашем распоряжении. Спасибо. Скажу откровенно, я вот честно готовилась к эфиру, написала два десятка вопросов, все про политику, потом подумала, как-то вот... Вот все вам задают эти вопросы о внешней, о внутренней политике, да. Я вот нашу беседу на две части все-таки как-то разделила. Первая часть, конечно, те вопросы, которые на злобу дня, что называется. А вторая, хочу поговорить о вас, как вы себя ощущаете, да, потому что это тоже народу интересно. Идет такая схема? Я в вашем распоряжении. Ну вот... И телезрители тоже. Спасибо. Ну вот, первый вопрос... Как вы вообще вот к этой роли первого лица уже привыкли? Вот, изменилась ваша жизнь как-то кардинально, ведь наверняка? Знаете, я думаю, что в любом случае сказать, что не изменилось, это неправильно, потому что появились какие-то атрибуты, кто раньше не было. Ну, я был активен в политике всегда, и для меня это не ново, заниматься конкретными вещами и каждый день иметь по 10-15 заседаний. Для меня это было и в министерстве, кто работал, когда работал, и после этого в партии социалистов, когда был председателем. У меня это всегда было. Но появились какие-то дополнительные вещи. Во-первых, больше ответственности. Это скажем честно. Да. Будучи министром экономики, когда отвечаешь за очень узкий сектор, узкий сегмент, очень важный, потому что я отвечал и за экономику, и за энергетику, и за все абсолютно, все, что касается реального сектора экономики. Или партия социалистов, руководитель партии оппозиционной, это другая повестка дня. Но здесь, в президентуре, конечно, это совсем другая ответственность. Первое, самое важное, что появилось, это каждый день думать о том, что я сегодня конкретно сделал, для того, чтобы люди запомнили, что был такой президент. Я не случайно сказал на одной передаче, я буквально на этой неделе, в начале недели я был на одной передаче, я сказал, что любой мандат руководителя, мне это, кстати, патриарх Кирилл говорил, он дан от Бога. Ну так, да. Неважно, это президент, премьер и так далее, это шанс. Я воспринимаю должность президента как шанс что-то сделать. Не для себя лично. У меня проблем не было больших и нету. У меня нормальная, хорошая семья. И у меня всегда были возможности как-то обеспечить семью. Но я думаю, что в первую очередь это возможность что-то сделать для своего народа, что-то сделать для страны. Поэтому я думаю, что вот это самое важное, что появилось. Появилось нового в политике Дадона, которое не было раньше. Ну, было, но оно было, я уже говорил, экономика технократ, там, политика в оппозиции. Не та там. Ответственность. Вот а здесь ответственности намного-намного больше. И исходя из этого уже появляются другие задачи. Когда с одной стороны у тебя самая высокая должность в стране, с другой стороны постоянно ты находишься на минном поле, потому что с одной стороны правительство, которое блокирует любые твои инициативы, любые предложения, не поддерживает. С другой стороны, парламент с парламентским большинством, которое то же самое. Они концептуально, принципиально, неважно, хорошая или плохая инициатива президента, они ее блокируют. У меня вот пример сейчас буквально. Я предложил еще в мае, в июне законодательную инициативу для того, чтобы граждане, которые делают наследственно, ну, дарственные родственникам дом, ну, вот бабушка своему сыну или внуку, платят бешеные деньги. Это очень дорого, на самом деле. И это везде, во всех населенных пунктах мне это говорили. Я вышел с инициативой, чтобы поставить фиксированную оплату, чтобы это было проще. Зарегистрировал инициативу, подал. Все в парламенте были согласны. Все положительные отзывы. Правительство на днях дает отрицательный отзыв. И запускать свою инициативу, то же самое написали, но как инициатива правительства. Ну, другими словами... Ну, знаете, с одной стороны, конечно, обидно, но с другой стороны, ну, важно, что инициатива пройдет. Поэтому минное поле и правительство, и парламент, и несмотря на все это,
каждый день думать о том, что давайте сделаем что-то хорошее для людей. Поэтому и появляется очень много социальных инициатив. Я искренне верю, что на самом деле это идти по минному полю, потому что я поняла, например, что все очень серьезно тогда, когда я прочла одно ваше высказывание. Вот, на мой взгляд, оно чрезвычайно жесткое, оно привлекает к себе внимание. Вы сказали так: кровь нужна не социалистам, потому что по всем опросам мы побеждаем на следующих выборах, и все это знают, демократам. Кровь нужна им, потому что им нужна дестабилизация, чтобы отвлечь людей от своей неспособности решить проблемы. Вот вы знаете, такие слова, они заставляют задуматься народ, на какой же стадии вот противостояния, да, находится наша страна, если вот президент говорит такие вещи. У вас есть какая-то информация или вы делаете умозаключения какие-то? Поясните, пожалуйста. Знаете, в молдавском обществе очень непростая ситуация. До недавнего времени большинство граждан Республики Молдова устраивало нынешняя ситуация. Почему? Потому что 55%, 60%, ну, которые промолдавски настроены, они были уверены, что, и они надеялись, что появилось их представительство, их представитель в органах власти, вот, в должности президента. И несмотря на беспредел, который делают другие институты власти, правительство, парламент, они чувствовали себя защищенными. Что вот есть президент, которого они выбрали, за которого они отдали голос, который представляет их. Это другая часть общества, которой последние 8 лет, с 2009 года, никто не считался с их позиций. И это было вот буквально до мая, июня, июля. Несмотря на все попытки там блокировать полномочия и так далее. Но последняя конфронтация, и здесь большая ошибка моих политических оппонентов, и правительства, и парламентского большинства, они своими действиями, они делают все, чтобы левый фланг, вот эти 50, 55, 60%, почувствовали, что, знаете, как там, своего бьют. Вот почему мы выбрали президента, вот у него полномочия, он верховный главнокомандующий, он должен хотя бы на этих конкретных полномочиях, которые записаны в Конституции, чтобы выдержал оппозицию. Здесь появляется правительство, шулеры из парламента, из Конституционного суда, которые опять делают разные комбинации. И вот здесь появляется вот этот риск, о котором я говорил. Потому что если это будет продолжаться, ну, половина общества опять будут страсти кипеть, поднимется накал в обществе, и это чревато последствия. Моя задача в качестве президента и представителя вот этого половина или чуть больше половины общества сделать все возможное, чтобы у нас не было дестабилизации. Для моих оппонентов, у которых нет шансов добиться победы на следующих парламентских выборах, для них любой сценарий, при котором либо сохраняют власть свою, незаконную, кстати, либо делают как можно дольше пребывания во власти на нынешних условиях, для них любой вариант – дестабилизация, революция и так далее, для них приемлемы. Они неприемлемы для нас, они неприемлемы для молдавского общества. Поэтому, когда я вышел с этой декларации, это сигнал в первую очередь моим оппонентам. Но это в то же время, я хочу, чтобы наши люди, которые нас поддерживают, чтобы они понимали, что мы не должны поддаваться провокации. Да, они нас провоцируют. Да, я тоже не согласен со многими вещами, которые происходят. Но идти на дестабилизацию, которая, ну, непонятно, что будет после этого. Это никто не контролирует уже. Это либо украинский сценарий, либо отмена выборов и так далее. Нам, молдавскому обществу, нам этого не нужно. И моя задача в качестве президента страны сделать все возможное, чтобы мы от этого сценария ушли. Ну, что вам в ответ говорят представители коалиции? Они как раз делают акцент на закон. Да? Они все время говорят: господин президент, выполняйте, пожалуйста, закон. Вот у нас есть конституция, исполняйте, пожалуйста, значит, конституция. Вы неоднократно говорили, что наш конституционный суд ангажирован.
Да? У нас такие на сегодняшний день условия. Но вот пока я вижу, что вас не обвиняют в том прямо, да, что вот вы чего-то не делаете, делаете это вопреки закону, вы подписываете, вы, да, вы, понятное дело, что скрипя сердцем, да, многие моменты, возвращают же вам эти законопроекты, вы подписываете, но... Еще не подписали. Ну, вы сказали о том, что вы эти законы, пять законов. Давайте мы объясним. Президент страны, когда вступает в должность, он клянется на Конституцию. В Конституции четко, ясно прописаны некоторые вещи. Конечно, когда твои оппоненты не исполняют Конституцию, с ними очень тяжело бороться. И это толкает к тому, чтобы есть определенный соблазн тоже не исполнять Конституцию. Но по министру обороны в Конституции нет ни одного слова, что президент обязан второй раз, если предлагает ту же кандидатуру правительства, что он обязан назначить этого кандидата. Поэтому здесь никаких, еще раз повторяю, никаких с нашей стороны поблажек не будет. Угу. Потому что я приводил присягу на Конституцию. Да. По законам есть процедура, что президент имеет право один раз возвращать, приводя аргументы, и мы приводили аргументы. Да. Кстати, это не первые законы, которые мы вернули. Возвращали и в апреле, и в мае, и в июне. Угу. И они, когда переголосовывали эти законы, некоторые из них я подписывал. Но один закон я не подписал. Несмотря на то, что я его вернул обратно. Это закон, что, чтобы назначить, поменять 9 мая с Дня Победы на Дня Европы. Поэтому по этим законам мы соберем общественный совет при президенте, общественную палату. Это будет следующий понедельник. Это последний день, когда я должен принять решение, подписать или нет. Угу. Потому что у президента после переголосования в парламенте есть 2 недели, 14 дней. Угу. И мы обсудим, что скажут. Если президент считает, что он может на себя взять риск, и в этом случае это нарушение Конституции, но это осознанное нарушение. Потому что при министре не назначение, это не нарушение, я уже объяснял почему. Если президент примет решение, что он берет на себя политическую ответственность и не подписывает принципиально, как я сделал по 9 мая. Угу. Как я сделаю, я сказал, это принципиальная позиция. Если они попытаются закрыть русскоязычные каналы, российские каналы, я принципиально не буду подписывать. И я этот политический риск на себя возьму. И для меня не важно, как они поступят дальше. По некоторым текущим, экономическим, социальным, если они себе берут риски социальные, так их электорат, население потом будет штрафовать на следующие парламентские выборы. Они приняли, они взяли на себя ответственность за экономику, социалку, ну пусть отвечают. Президент сделал все возможное. Это очень важно, что перед вами не стоит, судя вот по вашим словам, такая дилемма, по их законам или по совести. То есть я поняла, что будут такие ситуации, когда вы будете поступать по совести. Нет, у меня есть принципиальные позиции, которых мы ни в коем случае, ни при каких условиях, мы не будем подписывать. Мы не будем подписывать, я уже говорил, вот такие концептуальные вещи, как 9 мая, как закрытие российских каналов. Мы не будем подписывать, если в случае, к примеру, завтра уходит с должности премьер-министр Филипп, и они пытаются кого-то другого выставить. Я это не буду подписывать, потому что для меня задача досрочные парламентские выборы. Вот есть принципиальные вещи, которые мы ни в коем случае ни шагу назад не сделаем. Так же, как и с министром. Потому что по министру, давайте чуть-чуть эту тему, чтобы закрыть. Да. Было бы правильным сейчас, чтобы они отозвали свою кандидатуру. Чтобы они отозвали свое письмо в Конституционный суд. Чтобы пришли, сказали, хорошо, вы настаиваете на профессионала. Нате вам профессионал. Представьте, они дают профессионала из Минобороны, но профессионала. Вот я на днях, несколько дней назад встречался со всеми руководителями всех военных подразделений Молдовы. Впервые за последние 10 лет президент Молдовы созвал всех. Да. И мы обсуждали. И я видел в их глазах, они глазами просили, Игорь Николаевич, господин президент, товарищ верховный главнокомандующий, нам нужен профессионал здесь. Они могли бы это сделать, вот демократическая партия, но они уперлись. И к чему это приведет? Создадут прецедент, что изберут министра через решение Конституционного суда, да. А присягу где он приведет? По Конституции написано, что министр начинает исполнять свои обязанности только после присяги у президента. Там нет вариантов.
у премьер-министра, либо там у председателя парламента, либо вовсе какой-то партии. Там нет таких вариантов. Они создают прецеденты, которые потом будут бить тоже по ним. Вы сейчас разочаровываете тех, кто говорит, что президент все равно будет все подписывать и все равно будет делать так, как ему говорят. Знаете, я думаю, важно. Я думаю, что мои политические оппоненты надеются на это. Не только те, которые у власти, но и те, которые в оппозиции, где-то на левом фланге, на правом фланге. Но они должны наконец-то понять, что есть определенные принципиальные вещи, через которые я никогда не пройду. И это для меня свято. Неважно, что после этого произойдет. Попытка импичмента, референдум и так далее. Я с открытой совестью пойду перед народом и скажу: дорогие сограждане, вот вы за меня голосовали. Да, есть норма Конституции, которая меня обязывает подписывать этот закон, но я его не подписал, потому что я считаю, что это неправильно. Я пришел к вам. Да, потому на ваш суд, вы мне скажите, правильно или неправильно. И вы все. Уверены в том, что народ вас поддержит. Ну, я смотрите, в этом уверен. Да. Что еще говорят ваши оппоненты? Вот вы видите выход в президентской республике. Вот вас тоже обвиняют, ведь они в конъюнктуре. Ну вот хорошо, президент Игорь Дадон. Один мандат, ну еще второй мандат, да? А вы часом не под себя ли хотите вот этот закон? Потому что после Дадона придет другой человек, да? Вы просчитали все риски? Ведь вы не можете знать, кто это будет. Во-первых, не мы хотим президентскую республику или форму правления, а народ так. Этого будет добиваться. Знаете, народ, когда чувствует, что их обманули, дали возможность проголосовать за президента, но отняли у него полномочия, да они доверяют конкретному вот этому президенту. И они хотят, чтобы этот президент отвечал перед народом и выполнял свои обязательства и обещания. И я уверен, что народ поддержит президентскую форму правления. Потому что большинство стран, и постсоветских, и не только, это успешная форма государственного управления. Люди хотят второго Лукашенко. Люди хотят второго Путина. Да. Особенно у которого, Путина по опросам. У которого есть вертикаль власти, есть возможность добиваться принятия тех или иных решений. В Беларуси, я общался с Лукашенко, у них тоже не было этой системы. Вот его избрали президентом, парламент все блокировал, и он пошел на президентскую форму правления. В начале своего мандата, на первый или на второй год, и он добился этого, и посмотрите, где Беларусь. Ни в коем случае не может идти речи, что это делается под конкретного человека. Потому что, во-первых, для того, чтобы эту систему внедрить, это до парламентских выборов, это нереально. Потому что мы проведем очень серьезную кампанию. Мы соберем 1,5 миллиона подписей, я думаю, что народ нас поддержит. Мы пойдем с этой идеей на следующие парламентские выборы. Я уверен, что народ нас там тоже поддержит. И после парламентских примем решение. А вариантов два после парламентских. Если есть пропрезидентское, промолдавское парламентское большинство, то это одна ситуация, уже начинает работать команда совместно. И тогда в этом случае мы можем говорить о президентской форме правления только при объединении страны, решении приднестровской проблемы. Если не будет, не дай бог, парламентское большинство, тогда мы должны будем на основании этих подписей добиваться референдума изменения Конституции на том этапе сразу, не дожидаясь реунификации объединения страны. Вот два пути. Честно, открыто, и мы это народу говорим. И народ нас в этом поддерживает. Потому что, знаете, вот очень просто по этому поводу объяснять людям. Вот вы избрали президента. Вы за него проголосовали 52-53%. Вот президент за этот период смог решить вот это. Но он вышел и с этими инициативами. Там, по миллиарду пенсионной реформы, увеличение пенсии, зарплаты и так далее. Его вот эти ребята, которые сейчас у власти, заблокировали. Наше предложение вам дать президенту возможность, президентскую форму, чтобы он это решил. Президент и народ пусть решает. Я уверен, что все или большинство и с левого политического фланга, и с правого тоже. Эта идея в обществе поддерживается 70-75%. Да. И будет очень серьезная политическая информационная кампания, которая начнется буквально через неделю-полторы. Тем временем Демократическая партия объявила партию социалистов Республики Молдова врагами. И заявили о том, что они ищут союзников для следующей коалиции после следующих парламентских выборов. Вы очень оперативно отреагировали, вы сказали, что они хотят воссоздать альянс за европейскую интеграцию.
Вот для меня в этом заявлении Владимира Георгиевича Плохотнюка, знаете, правда только в том, что он думает о грядущих парламентских выборах. Потому что ведь опыт Республики Молдова говорит о чем? Что у нас коалиции как создаются? В последнюю секунду, при участии европейцев, да, и в зависимости от того, кто кому какую должность предложит. У нас так. Вы тоже думаете о выборах, конечно. Но вот вы рассматриваете только вариант полной победы партии социалистов Республики Молдова. Скажите, вы на самом деле так уверены в победе, что вот вы, например, союзников не ищете, как это делают демократы? Знаете, я бы посоветовал Плохотнюку, я не знаю, он охотник или нет, рыбак или нет, но у нас у охотников очень часто говорят, нельзя делить шкуру неубитого медведя. Угу. Они уже создают коалиции, делят портфели, кто премьер, кто спикер и так далее. Ребята, подождите, дождитесь результата выборов. Они вас разочаруют. И не важно, какие вы инструменты, схемы и так далее. Я не хочу сейчас говорить о том, кто будет премьером и кто будет спикером. Но я уверен в одном, что единственный шанс для Молдовы, чтобы эти, которые были 8 лет у власти, вот эта форма коалиции, альянсов и так далее, их не должно быть. Потому что если будут те же лица, моя Санду была министром просвещения, она сейчас выдает себя большим борцом с олигархами. А когда Плохотнюк за нее голосовал министром, почему она молчала? А когда она голосовала за Адриана Канду? Поэтому мы видели этих борцов. И мы видели, как они сначала вот были такие, как сейчас не будем делать коалиции, а потом просили прощения у Плохотнюка. Это Филат делал в 2014 году. Потом мы все это видели, мы все это прошли. И я уверен, что граждане вот такие варианты, такие партии больше не поддержат. Надоело, сыты. Поэтому искать или нет партнеров, вот ваш вопрос. Конечно, желательно, идеально, чтобы было сформировано большинство промолдавское. Я об этом говорил не раз. Я сейчас говорю не как социалист в душе, потому что я по закону не имею права быть членом партии, но как президент страны, я считаю, что нужно найти вот что-то вот такое более широкое парламентское большинство, для того, чтобы были представлены и правые, и левые, оставить геополитику в сторону, заниматься Молдовой. Это было бы идеально. Потому что если бы сейчас провести опрос, вот у нас обычно в вопросах, если по геополитике, ставится два варианта. Ты за ЕС, либо за Евразэс. Да. Но если был бы третий вариант, за хорошее и за сохранение соглашения безвизового с ЕС и за возвращение стратегического партнерства с Россией на основании нейтралитета страны, я уверен, что 80% населения проголосует за это. Так почему бы нам не предложить гражданам такую форму после следующих парламентских выборов? Я понимаю, что будет непросто. Я очень хорошо понимаю. Но я считаю, что для президента, не для лидера партии, партии пойдут со своими четкими программными документами. Но для президента желательно после выборов 2018 попытаться прийти с таким месседжем. За 26 лет никому этого не удалось. Удастся ли нам или нет, у нас всегда вот за 26 лет у нас не было широких коалиций. У нас были то ли левые, то ли правые. И мы болтались то в одну сторону, то в другую. Воевали друг против друга. Удастся ли это после выборов 2018 года, это очень большой вызов для меня и для Молдовы. А я считаю, что если вот что-то такое удастся, мы очень быстро, с учетом региональной конъюнктуры, за год-полтора мы решим и приднестровскую проблему. Ну, смотрите, как вы говорите. То есть вы какие-то варианты рассматриваете, да, широкая коалиция. Сейчас хочу сказать такую вещь, за которую рискую получить очень много критики. Но я на самом деле так считаю, поэтому я вам задам этот вопрос. Вот смотрите, журналисты страшно любят вас спрашивать. Вы общаетесь с Плохотнюком? А как, когда это было в последний раз? Понятное дело, что вы отвечаете каждый раз, нет, я не общаюсь. И знаете, так отвечают все, Игорь Николаевич. Вот если послушать политических лидеров, никто не общается. Я, например, считаю, что это плохо. Потому что как с тех пор, как он стал лидером правящей партии, мне кажется, что нужно говорить. Потому что люди там, вот в их демократической партии, они что? Они уже и Конституцию хотят, поправки. Да? Вот, у них много таких вот инициатив.
Я думаю, может быть, действительно вам как-то начать общение хотя бы на уровне лидеров парламентских партий. Людмила, и обсуждать эти моменты. Я понял вашу идею. Я считаю, что президент либо должен общаться со всеми лидерами партии, да, либо он институционально общается с премьером и спикером. То, что сейчас происходит. По телефону, даже на днях разговаривали, общались с Филиппом насчет одной проблемы, другой. К примеру, у нас на субботу-воскресенье было по моей инициативе праздник вина в Беларуси. Мы устроили очень большой праздник. Нужно было помочь компаниям туда поехать. Я позвонил премьеру, они откликнулись. Это правильно. Да, вот, таким, это нормально, по, Игорь по Николаевич, вещам. Это нормально. Так я говорю, институционально, вне зависимости от своей политической позиции, президент должен общаться с спикером и с премьером. И это будет правильно. Для того, чтобы найти по текущим проблемам, не идеологическим никаких там серьезных, вот по текущим проблемам, чтобы найти общий язык, чтобы не блокировать ситуацию в стране. Если говорить об общении с партиями, и я в ближайшее время выйду с этой инициативы, да, я думаю, что нужно общаться с председателями партий, всех. Да. Вот пригласить, к примеру, всех партий, представленных в парламенте, всех. На общение по какому-то вопросу стратегического, принципиального. Но вести какие-то закулисные переговоры там, с Плохотнюком или с Гимпу, или там, не знаю с кем еще, категорически я с этим не согласен. Открытая дискуссия по конкретному стратегическому вопросу. Я, к примеру, считаю, что одним из таких вопросов он должен быть вот эта ситуация, к которой мы дошли с назначением министра. Да. Это концептуальный, принципиальный вопрос. Я общался на днях с Рожко Юрий Иванович, он политик опытный, он знал разные периоды современной истории Молдовы и участвовал в разных процессах, но такого, как сейчас, никогда не было. Не было ситуации в Молдове, что министра, тем более министра обороны, назначают без подписи и без присяги у президента и у верховного главнокомандующего. Но не было такого. Поэтому здесь, конечно, мы должны садиться за определенный стол переговоров и все вместе обсуждать. Я хочу вот такую дискуссию предложить общение и с бывшими президентами и премьерами. Кстати, они сами вышли с такой инициативой. Я думаю, что на следующей неделе, либо по возвращении в Сочи, на следующей неделе в Сочи у меня встреча с Путиным. Угу. После возвращения в Сочи у меня будет встреча со всеми бывшими президентами, которые хотят общаться. И с бывшими премьерами, чтобы мы обсудили общую ситуацию, их мнение, как они видят. Потому что они сталкивались с разными проблемами, но с такими они точно не сталкивались за весь период 26 лет независимости. Но общение должно быть, я с вами согласен. Но не кулуарно, не секретно. Нет, я не призывала как раз к кулуарному, я вот призывала встречаться в открытом формате с лидерами парламентских хотя бы для начала партии. Это будет. Спасибо за ответ. Вот вы заговорили о России. Конечно, мы все осознаем, что у нас очень большая опасность. Это геополитический фактор, да, который вот, ну, страшно влияет на ситуацию в Республике Молдова. Вот власть многие обвиняют в русофобии. И я, например, считаю, что Россия не ответила только потому, что доверяет и верит вам лично. Но вот у вас были встречи после всех этих шагов непопулярных. Вы встречались с господином Рогозиным, вы встречались с госпожой Матвиенко. Да? Вот раскройте содержание, если можно, вот каких-то деталей, да, ваших бесед с ними. И вот они как-то обозначили ли вам эту черту, за которую сказали вам так: уважаемый Игорь Николаевич, мы вас ценим и любим, да? Но то, что происходит в молдороссийских отношениях, нас не устраивает. И если вот ваше правительство сделает то-то, то-то, то, извините, мы ответим жестко. Было ли такое? Знаете, я думаю, что самое важное, что мы добились в наших отношениях с Российской Федерацией по сравнению с другими периодами. Мне кажется, что я добился того, что руководство, политическое руководство Российской Федерации, с одной стороны, доверяет президенту Молдовы, и большинство нынешней ситуации сохраняется хорошее с точки зрения экономики и мигрантов. Благодаря нашим договоренностям с Путиным, и он на днях это подтвердил, когда Негуце, наш посол, вручал верительные грамоты. Но с другой стороны, это очень важно. Мне кажется, я смог убедить руководство Российской Федерации, что любые санкции бьют по простому народу, который ни в чем не виноват.
Давайте скажем честно, иногда раньше были и другие решения. Были и другие, более жесткие, эмоциональные, может быть, когда-то. Если политики поступают так, неправильно, то, наверное, нужно отвечать политикам, конкретным политикам, правительству, но не народу. Потому что народ ни в чем не виноват. Вот если, но я думаю, что мне это удалось, если руководство Российской Федерации это осознало, но я чувствую, что они это поняли, потому что доверять Дадонову это хорошо. И соблюдать договоренности, несмотря на то, что мы не можем отвечать тем же, давайте скажем честно, Россия нам открыла рынок, рост экспорта по всем позициям. Россия сделала для мигрантов амнистию, 100 тысяч наших молдаван, легализировались амнистия и так далее. А Молдова не отвечает тем же, а блокирует доступ журналистов. И здесь Россия проявляет мудрость и дальновидность, понимая, что если сейчас ответить тем же для этих 100 тысяч человек, дайте 100 тысяч, сначала скажут, сволочь эти в правительстве Молдовы, но потом они будут обижены и на Россию тоже. И те десятки тысяч человек, которые могут потерять рабочее место из-за того, что, если, к примеру, Россия бы закрыла экспорт яблок, винограда и так далее, это десятки тысяч людей, которые сейчас получают зарплату. То первая реакция будет против Демпартии, против Плохотнюка, против правительства. А через 2-3-4 недели, месяца скажут, ну, Россия по нам ударила. Те ребята как живут, так и живут. Поэтому это самое важное. И об этом мы общались на всех этих встречах. Нету и не может быть вот какой-то грани, что вот до сюда. Эту грань давно молдавское правительство уже перешагнуло. Потому что никогда за 26 лет независимости, за 25 лет дипломатических отношений с Россией, никогда Молдова не высылала из страны 5 дипломатов. Не было этого никогда. Хотя у нас были ситуации более напряженные с Россией. Ну да, мы помним. Никогда у нас не объявляли Ленинграда вице-премьера, ответственный за двухсторонние отношения. Председателя, на секундочку, совместным правительственным Молдо-Российской комиссии. Я поэтому и говорю. Да. Они грань давно перешли. Давно перешли. И это скажется на них потом. Я в этом уверен. Политически они потеряют. Потому что они сейчас пытаются угодить американцам. А наши уважаемые партнеры, я их уважаю, партнеры, сильная страна, но в регионе они всегда геополитически своих местных политических пешек сдавали. Филат сидит в тюрьме, никто ни разу ни слова не сказал в пользу Филата. Хорош он или плохой. Я могу привести таких примеров в регионе очень много. Если кто-то из нынешнего правительства думает и надеется, что они проскочат, что вот с ними этого не будет. Вот со всеми было, а с ними не будет. Они ошибаются. Потому что еще Бисмарк говорил, вот буквально на днях был День Германии, День унификации страны. Это большое объединение, это большой праздник для Германии. А Бисмарк еще в конце 19 века говорил, с русскими надо играть либо честно, либо вообще не играть. А я сторонник того, что со всеми надо играть честно. И с американцами тоже. Они знают мою позицию. Мы с ними общаемся, с послом Соединенных Штатов. Раз там 2-3 недели он заходит, мы общаемся. Они знают мою позицию. Моя позиция открыта. Я то же самое говорю и послу Соединенных Штатов, и послу России, и послу Китая, и послу Европейского Союза, Германии и так далее. И Румынии. И это правильно. А когда пытаешься играть вот на разных... недальновидно и ни к чему хорошему не приведет для этих политиков. Главное, чтобы для страны не создавало проблем. Это гораздо важнее. Вот сейчас в Европарламенте идет обсуждение резолюции по Молдове. Жесткая такая вышла в первоначальном варианте эта резолюция. Очень многие депутаты критикуют принятие той самой смешанной системы. И вот на этом фоне вы делаете заявление о том, что при определенном стечении обстоятельств, да, вы выступите с инициативой о том, чтобы эта смешанная система была введена в 2022 году. Первый вопрос, который напрашивается сам собой. У вас есть для этого необходимые полномочия? То есть вы сможете гарантировать, что вам удастся, да, при определенном вот, стечении обстоятельств провести эту идею? Давайте, во-первых, внесем ясность.
Я выступал, выступаю и буду выступать за смешанную систему выборов в Республике Молдова. И я хочу, чтобы в 2018 году выборы прошли по смешанной системе. Почему? Аргументы я приводил не раз. Но если определенные характеристики этой системы кто-то попытается поменять, конечно, мы должны будем как-то реагировать. Участвовать в этом или нет. К примеру, мы говорили о том, что диаспора Приднестровья должна быть представлена. Мы говорили о том, что вот представители определенных этносов должны быть представлены. К примеру, Болгария получила место, Тараклия, Тараклийский район, да, получила место, одно место одного депутата. Несмотря на то, что их меньше, чем нужно для того, чтобы создать округ. В округе 55 тысяч, 60 тысяч избирателей, но у них там около 20 тысяч, в три раза меньше. Но у них есть возможность, они будут представлены впервые в парламент. Поэтому я считаю, что это принципиально, и это хорошо. Да. Но если кто-то попытается в парламенте, либо через Конституционный суд, поменять вот это принципиальные вещи, то, конечно, мы за собой оставляем право принять или не принять эти изменения. Не принять — это касается участия или неучастия в этом процессе. И здесь не важно, полномочия или нет. Здесь важен сам факт, когда самая большая фракция, самая большая партия, за которой идет половина, как минимум, населения, призывает свой электорат верить или не верить конкретной избирательной системе. Так как оно было принято в 2017 году, ну, несколько месяцев назад, по моей инициативе, оно соответствует тем интересам, которые мы считаем, что они хороши для Молдовы. Вот просто. Еще одно ваше высказывание, которое наделало достаточно шума. Вот вас обвинили в том, что вы сказали: я не являюсь президентом всех 100% жителей. Но что интересно, а потом на следующий день вы поздравили с иудейским праздником, то есть граждан нашей страны. Я хочу понять, вот вы неправильно сформулировали ответ, или вопрос был задан некорректно, или что-то еще вот как-то важное мы упустили. Вот сегодня что вы можете сказать? Знаете, во-первых, я никогда свою позицию не меняю. Да, если что-то сказано не так некорректно, это признаем. Но в этом случае конкретно, ну, вырвано из контекста. Так. За меня голосовали и представители других религиозных конфессий. Я их тоже представляю. Я знаю очень многих, которые, к примеру, не христиане, православные наши, но других, но они тоже за нормальную семью и так далее. Не голосовали за меня, потому что другой кандидат не соответствовал их представлениям, их традициям. Поэтому я считаю, что я являюсь президентом и для других тоже. Но сам для себя принимает решение каждый житель. Каждый гражданин. Я его президент или нет? И в этом смысле, конечно, я не являюсь и не могу быть президентом всех. Потому что не все, во-первых, за меня голосовали, если было бы 100%, конечно. Во-вторых, не каждый согласен с моей позицией. И нету ни одной страны в мире, ни одной нету, не было и не будет, где президент является президентом 100% граждан. И это мы должны понимать, а вырывать из контекста, слушайте, сколько это было. Будем обращать внимание на все интерпретации. Поняла. Нет, это был важный момент. Да, это был важный момент. И спасибо, что вы разъяснили. Немножечко таких из серии личных вопросов. Вот, Игорь Николаевич, вы когда стали президентом, наверняка вас полюбили очень многие. К вам стали относиться лучше. Некоторые хуже. Ну вот это да, тоже верю. Мы это видим. Вот, я к чему сейчас? Я хочу понять вашу кадровую политику. Вот, как вы ее строите, на каких принципах? Потому что ведь ни для кого не секрет, человек, который находится у власти здесь и сейчас, он становится чрезвычайно притягательным, да? Знаете, я рискую получить шквал критики от своих избирателей и, может быть, от своих однопартийцев. Я в любом случае считаю себя партийцем. Но я скажу это. Когда я пришел здесь в президентуру, а здесь
по кадрам около 80 человек. Очень многие из них были взяты на работу по партийному списку и по идеологическому. Еще ГИМПу и другими. Здесь существовало мнение, что я приду и... Всех, да. Всех сад. Уволю вот и так далее. Тут у вас сад красивый, поэтому... Сад мы с нуля сделали, здесь не было сада. Ну, красиво. Это мы сделали, кстати. Замечательно. Опять не за государственные деньги, потому что спросят, откуда деньги сейчас тут. Но когда я пришел, я пригласил всех. И одних, и вторых, и третьих. Были те, которые меня ненавидели. Может, и сейчас ненавидят. Но я им сказал, что, дорогие коллеги, с сегодняшнего дня мы коллеги по аппарате президента. Меня не волнует ваше политическое какое-то видение. Совсем. И преференции. Вы за красных или за белых. Меня интересует, что вы выполняли свои служебные обязанности. Будете выполнять, все останутся в должности. Не будете выполнять, это единственный критерий. Профессионализм, вы делали работу на своем месте. И ушли только 2 или 3 или 4 человека за весь этот период. Я к чему это говорю? И хочу, чтобы это услышали все. И наши сторонники, и не наши сторонники. Я категорически против, чтобы в зависимости от цветов партии, которые приходят к власти, страна вся была голубая или зеленая. Были у нас премьеры, которые говорили, тест России, верц. Пришли демократы, у них все должны быть синие. Или какой цвет у них? Голубой синий, и так далее. Нет, у демократов синий, голубой у Михаила Федоровича. У Михаила Федоровича вот все примарии были голубые. Ну, большинство, пусть не обижаются, там есть хорошие ребята. Но нельзя этого делать. Строить всю политику государства, исходя из того, что это член партии или не член партии. Я этого делать не буду. Я этого не делал, когда был в Минэкономике. Угу. И я это не делаю сейчас, будучи в администрации президента. Да, те люди, которые мы берем в качестве советника президента, это люди, которые президент должен политически доверять. Потому что эти люди уходят с должности вместе с президентом. Угу. И здесь мы берем профессионала. Да, есть люди, которые, к примеру, до этого они были другого мнения. Вот я взял много молодежи, угу. которые справляются со своей работой, к примеру, по диаспоре. Да? Кристина, она училась в Сорбонне, во Франции. Мы ее убедили, она пришла в нашу команду. В нашу команду, я имею в виду президентскую, не партийную, понятно, и так далее. Она выполняет свою работу. Но вот у меня такой принцип, если исходить из кадровой политики. Спасибо. Как много людей, Игорь Николаевич, которые могут спорить с вами? И кто тот самый, который, вот главный, который может сказать «нет», а у вас есть серый кардинал? Нет. И вот ему за это ничего не будет. Мне это интересно. Ну, все могут сказать «нет», и им ничего за это не будет. Все могут сказать, из моих советников все. У нас очень оживленные дискуссии по всем вопросам. И члены моей команды знают, что если они придут с аргументами, я эти аргументы обязательно выслушаю. И если они аргументы стоящие, я могу поменять свою позицию. Это касается не принципиальных, концептуальных, вот я говорил про нейтралитет государства, касается конкретных законопроектов, резолюций там и так далее. Поэтому у нас очень детально обсуждается практически все. Кроме этого, я думаю, что важный шаг, который мы впервые сделали в Молдове, мы создали общественный совет, общественную палату при президенте. Там мы пригласили, там у нас 12-13 комиссий, и там в качестве руководителя этих комиссий мы пригласили людей очень известных, которые никогда политикой не занимались, но они профессионалы. Ну, Пулбери, бывший руководитель Конституционного суда, всегда был объективен. Именно за этого его и сняли с должности, поставили те, которые будут слушаться. Он не слушал политические команды ни у Воронина, когда был Воронин. И Воронин себе не позволял, потому что Пулбери никогда этого не делал. Или там, к примеру, по образованию, по медицине, по юридическим вопросам. Мы собрали там команду, и очень много из спорных вещей, которые мы обсуждаем сначала в администрации президента, и я считаю, что у меня нету общего понимания этого вопроса, я даю туда. Они его изучают, и мы договорились, этого не было. Мы раз в 2-3 недели собираемся все вместе, вот руководители этих профильных комиссий, основных. Мы собираемся в моем кабинете здесь,
каждую пятницу, каждую вторую пятницу из месяца, то есть два раза в месяц. Пятницу, 5 часов вечера мы собираемся. И есть, к примеру, 5-6 острых текущих, не только чем занимается президент, но общих, таких, которые обсуждаются в молдавском системе. Мы это все обсуждаем и вырабатываем единую позицию, с которой президент выходит. Вы воспринимаетесь как очень открытый президент. Знаете, вот в Москве, например, обалдели, когда я им честно сказала, что любой может написать президенту в Фейсбуке, он ему непременно ответит. Но некоторые упрекают вас в излишнем личном пиаре. Ну, дескать, президент все время фоточки постит, да, вот в Фейсбук. Вот мне интересно, где для вас сегодня проходит вот эта грань между личным, да, и вот этой вашей публичностью, этой вашей открытостью? Вот что для вас личного, где та черта, что вот вы скажете, это все, дальше нет. Вот только мое, только личное. Знаете, еще когда я был депутатом, вы знаете, я был очень открытым, отвечал на все звонки прессы и так далее. И очень многие из них подозревали, что после того, как я стану президентом, я поменяюсь. Ну, для многих сюрприз, что я не поменялся. Я обещал, что я также буду открыт дальше. Я считаю, что это правильно. Президент должен иметь возможность получать информацию, обращение граждан, жалобы напрямую, не через фильтры. То, знаешь, знаете, как говорят, что «пена джунжла реджити маненка светничай». Ну, есть на молдавском такое. Поэтому я считаю, что это правильно, чтобы быть открытым, чтобы люди обращались. Где черта? Да. Я категорически не приемлю, и я блокирую сотни и пользователей социальных сетей, которые атакуют мою семью. Политически можно Дадона критиковать и давать свои советы, свои какие-то. Но когда трогает семью, я считаю, что есть красные линии, которые нельзя переходить. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это я не буду прощать никому, но и я себе никогда не позволю по отношению к моим политическим оппонентам, даже врагам. Я этого не делаю. Никогда не делал, не делаю и не буду делать. Я думаю, что нельзя переходить красные линии. Вот на этих фотографиях, которых вы постите, очень часто появляется первая леди. Я уже поняла, что она будет очень активной, первая леди, потому что мы видим, что тут и фонд у нас есть, да, мы видим конкретные дела, поступки. Вот у меня закралось такое подозрение, что вот вы воспринимаете ваш мандат как некое партнерство, и что вы хотите наполнить вот институт первой леди большим смыслом, чем было до этих пор. Все-таки мы знаем и других первых леди. Это правда или нет? Знаете, это непросто. Ну, я всегда был открытым, публичным человеком. А Галина всегда хотела быть более в стороне. Но я думаю, что она и для себя приняла решение. И поняла, насколько мне нужна ее помощь. И не только дома с семьей. Тыл всегда был, поэтому я и добился результата. Но мне нужна помощь и в том, что касается каких-то вот публичных вещей. Это было непросто. Еще раз говорю, это было очень непросто. Потому что раньше это было практически невозможно. Но то, что моя супруга это осознала, и то, что она решила мне помочь... Она это делает не для себя. Она это делает для того, чтобы помочь своему мужу, президенту. Да, мы уже успели за эти 9 месяцев вместе сделать очень много интересных инициатив. Через благотворительный фонд «Первой леди». Ну, впервые за 26 лет независимости президент вышел с инициативой 8 тысяч. Ну, сейчас около 10 тысяч, потому что мы еще докупили. 10 тысяч детей из малоимущих семей получили возможность с новыми ранцами идти в школу. Впервые 20 тысяч пенсионеров к неупожилому человеку получили какие-то конкретные социальные пакеты по всей стране. Мы выступили с инициативой, сейчас 100 детских садов. Вообще у меня идея, каждый год 3 по 100, что означает, кто-то поймет неправильно. Но что означает, президентская кампания 300, что означает 100 детских садов. Мы будем помогать каждый год. Вот сейчас до Нового года мы сделаем, может, в следующем году больше, но хорошо, минимум 100. 100 детских садов, 100 спортивных комплексов каждый год. И третье, 100 населенных пунктов, где я буду поддерживать конкретный новый бизнес, который открывает молодежь.
Замечательная вот идея, вот но три, название надо менять, Игорь. Три по 100 нехорошо. Согласен. Ну, 300 для Молдовы. Каждый год вот по 300 вот таких конкретных инициатив, социальных, экономических, спортивных, мы будем делать. И мы все это делаем вместе. Владимир Владимирович. И как раз, я прошу прощения, и как раз вот это, то, с чем я начинал нашу передачу, вот это и останется. Кроме других принципиальных, концептуальных вещей, я надеюсь, что принципиальные исторические вещи – это будет объединение страны. Вот я считаю, что я выполню свою роль, но это максимум. Есть минимум, есть оптимальный, есть максимум. Ну, да. Максимум, чего я хочу добиться за этот мандат, за этот, или если будете следующий, если народ доверит, это создать предпосылки и объединить страну. Вот это максимум. Но вот как минимум вот эти вещи… Потому что никто за 26 лет независимости не делал спортивный комплекс, президентская кампания в населенных пунктах. Это останется. Владимир Владимирович Путин сумел оградить своих детей от своего президентства. Помните, он в фильме, да, говорил о том, что я сделал все для того, чтобы никто не знал, ни где мои дети учатся, ни как они выглядят, ни что. У нас маленькая страна. Понятное дело, что у нас другие вот условия. Да. Вот, у нас нет такой возможности, но вы сожалеете об этом? Что вашим детям приходится все-таки расти в других условиях. Главное, чтобы они не сожалели. Конечно, мне это не нравится, потому что есть определенные попытки повлиять. Конечно, было бы лучше, чтобы никто об этом не знал, но у нас другая страна, у нас маленькая страна. И я уже до президентского срока, я был очень открыт, и люди знали, кто члены моей семьи и так далее. Поэтому здесь... То есть у вас нет, конечно, такой возможности. Обратного пути уже нет. Что вас обидело за это время? Вот задело так за живое, вы не подали вида, но вас это очень сильно обидело. Было такое? Даже не знаю, что было так более жестче. Ну, критики много, ударов много. Очень часто спрашивают, как я могу и сам через все это пройти, но и зарядить других этим оптимизмом, который у меня есть. Знаете, я знаю многих, которые приезжают ко мне раз в неделю для того, чтобы зарядиться. Да? Угу. То есть они в такой ситуации, что не приезжают, чтобы поговорить, пообщаться, говорят, вот мне это дает заряд на месяц вперед. Несмотря на все, что происходит в стране, я вижу, что можно идти вперед. Ну, были разные критики, но говорить о том, что вот меня ранило, вот буквально мы через все это проходим. Ну, надо сказать честно, у нас и опыт есть. Знаете, я прошел и выборы и в Приморье, и Кишинев. Да. И у нас, и я думаю, что основной наш плюс в том, что мой плюс в том, что за эти 8 лет, когда мы боролись и боремся еще в оппозиции, у нас были разные этапы. У нас не были только победы, потому что некоторые из моих оппонентов, тот же спикер парламента или другие, они никогда не получали удара. У них все по жизни было хорошо. Гладко, да. И не только у него, и у других. Угу. Они ударов не получали. А у нас были и проигрыши. У нас были и фальсификации. У нас были и 2012 год, когда мы создавали партию с нуля. Я думаю, что это очень серьезный опыт. И это позволяет мне пройти через все вот эти непростые вещи, которые мы сейчас проходим. И я вижу, что вообще-то целая компания... против президента. Мы все это видим. Ну, конечно, как говорят, никто не забыт, ничто не забыто, потому что это все остается, и мы это вспомним в нужный момент. Это оппоненты должны знать. Я сейчас ни в коем случае не хочу кому-то пригрозить, но никто не забыт, ничто не забыто. Но я думаю, что этот определенный иммунитет, он уже у меня появился. Кстати, об иммунитете. Вот, участвуя в одной из программ «Прилюдно», вы сами, без вопроса, сказали такую вещь, что в самом начале вашей политической карьеры Герман Греф сказал вам так: «Уважаемый Игорь Николаевич, для того, чтобы вам стать политиком, вам необходимо стать циничным. За это время вы не только стали политиком, но и стали президентом. Я стесняюсь спросить». Да, политик должен быть циничным. Но по отношению не к своему народу, по отношению к своим политическим оппонентам. Вот это появилось. Появилось? Жесткость, циничность по отношению к моим политическим оппонентам. А по-другому никак. Нужно переигрывать. Нужно где-то
перехитрить. Да. Это есть, по-другому никак. Но, но это не цинизм все-таки. Перехитрить это так. А цинизм это, знаете, не считаясь ни с чем. Вот вы говорите, я не бью семьи, да, там вот в смысле там. Но циничным к собственному народу я никогда не был и не буду. Вне зависимости от того, голосуют они за меня или нет. Я, в принципе, пыталась, могу вот показать, задать вам последний вопрос вот, о том, как вы думаете, каким вы войдете в историю. Но вы уже на этот вопрос ответили. Хотела привести пример, что Воронин хотел войти объединителем берегов, другие президенты с другими целями. Я так понимаю, что вы точно так же хотите самым главным, да, своей целью сделать это объединение Приднестровья. И почему-то для этого говорите полтора года. Да? Вот такую, я считаю, что предпосылки могут появиться после выборов 2018 года. Вот так, то есть после парламентских выборов. Я считаю, что после парламентских выборов, с учетом того, что в Молдове будет создано промолдавское парламентское большинство, с учетом того, что это новый мандат некоторых лидеров из региона, ну, для Путина, к примеру, для Меркель. Так. Я думаю, что и у них появится здоровый интерес, может быть, и амбиция, чтобы показать историю успеха в каком-то конфликтном регионе. Будет тяжелее в других, не хочу называть, чтобы те не обиделись. Но Молдове это проще решить. Все зависит от того, первое, это внутренняя политическая стабильность, но для этого нужно широкое парламентское большинство. Не могут быть только левые или правые, потому что мы этот вопрос не решим. Это первое. Второе, нужно обязательно убедить и левый берег. Население готово, но политические там лидеры еще не готовы. Они пока что этого не хотят осознать, но я думаю, что мы им все вместе сможем объяснить. И третье, может быть, самое важное, хотя все три важные. Первое – это первоочередное, без этого не получится второе и третье. Но третье – это здоровая амбиция геополитических сил показать, что можно проблему решить. И я думаю, что я смогу зажечь вот этот интерес. В всяком случае, я этот вопрос обсуждал и с Путиным, и с Могерини, из Европейского Союза. Я думаю, что шанс у нас есть, 2019-2020. Мне остается только пожелать вам удачи, успехов и, конечно, поблагодарить еще раз за это интервью. Мне кажется, что оно получилось интересно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, всегда готов, открыт. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.